Максимально упростить жизнь мамочек – этой задаче посвящено одно из самых удобных нововведений в области. Специализированное окно многофункционального центра с мая этого года действует в родильном отделении Биробиджана. Здесь на постоянной основе работает специалист, который консультирует женщин по вопросам, связанным с оформлением социальных выплат и других документов, а также производит само оформление. Сегодня мы делаем вывод, что это очень удобное и абсолютно правильное решение для наших мамочек, потому что понятно, когда ребенок рождается, уже нет ни времени, ни сил, наверное, зачастую, да, заниматься оформлением документов на получение мер социальной поддержки. Сегодня очень много выплат предоставляется семьям, имеющим детей, поэтому это было важное решение. И мы говорим о том, что этот проект действительно нужный и востребованный. Отзывы от мамочек самые положительные, ведь после выписки не нужно выделять отдельное время для оформления документов. Все уже готово, остается только дожидаться выплаты пособий. Кабинет очень удобный, есть возможность прийти. Не то, что записываться там, стоять в очереди. Намного удобнее. Оформляем все пособия, все свидетельства о рождении ребенка. Все помогли, все объяснили. На сегодняшний день в кабинете МФЦ родильного отделения около 400 мамочек оформили необходимые документы. Консультации получили порядка 1400 женщин. Ольга Киселева, Павел Славин, Новости 21.